Мои внучечки, загоревшие, посмотрите, аж Ким пришел с базара. Мы будем ткемали варить. Ирма как помогает, она такая маленькая, такая хорошая. Маре слова нету. Маре, конечно, моя половинка. А это дитё такое, и постели дверь застелила, и мы сейчас гладим. Сегодня мы дома, потому что вчера очень устали, да, бабуля? Очень даже. Так, видите, какие красненькие они у меня. Сегодня а бабуля я... вообще, посмотрите на меня. Если бы вы видели на ноги. Бабуля какая. Смотрите, видите, какая красная-красная. Сгорела, все сгорело. Если бы вы видели на её ноги. Главное, крем использовала, намазала себя. А вот в итоге крема тоже не пойдет. В общем, что мы будем делать сегодня? Много чего делать. У меня в планах... Слава Богу, за вчера доделали этот торт. Мне в планах... Ой! Кстати, мы будем торт скоро есть. Мне в планах перегладить сегодня и опять... И мне тоже. Убраться чуть-чуть. Телефон мой испортился, мой муж отнес его на ремонт. Вот эти я решила, что Вселенная мне подарит сама айфон, а не я. Каким способом она знает мир Вселенной? Поэтому я решила починить свой экран, поменять. Мне дала деньги, вышла, пошел сейчас. Кстати, мы сделали лекарство. Сейчас сегодня Ашка встречается с папой и его угостит чем-то. Он попросил, говорит, встретишься, угостишь мне едой. Он любит готовую еду. Так что вот такие планы. Мы дома, ты не занимаешься? Я тоже свою бабулю хочу увидеть и дедушку. Почти все. Мои девочки, так, еще смотрите, что сегодня принес Ашкин. А ты что здесь делаешь, молодой человек? Иди занимайся. Мой лапуся моя. Черешеньку. Огурчики. Не, хорошо, надо. Это что? Шефтали, баклажаны, картофель, хавуч, зеленушка. А вот Ашкем принес нам вот такое молоко. Сейчас мы будем его кипятить. Большую кастрюльку, бабуля, достань. Вот. Видите, какие мы девочки. Так они все знают, так они помогают. Мои сапусечки, мои лапулечки. Вот нет, еще больше там. Лопатусечки мои любимые. И ткемальку. А это для ткемальки хорошая. Да. Ой, такие девочки. Как будем ткемальку? Кладем вот эту всю помытую ткемаль, смотрите. На бабуль. Вот. Ой, да, это для молока. Ткемаль, сюда укроп. У меня есть укроп. И все, и на маленьком огне, чтобы выдавил, вышел сок. Анне. Приятного аппетита. Спасибо. Анне. Приятного всем аппетита, Анне. Мои любимые. Анне. Девочки и мальчики едят третий день борщ. А что, борщ вкусный, да, третий день? Еще вкуснее доедают они. Вот бабуля достала курицу домашнюю, будет готовить им супчик. А Ашкин пошел с папой бабуль. Встречается. Бабуль. Да, бабуля. Отнес. Баба это дедушка? Баба нет, это папа. Папа, то есть. Мама. Деде дедушка. А не это мама. Да. А не это бабушка. А не это бабушка. Да? Анна-не. Анна-не. Ладно, приятного аппетита. Как ему понравилось? Впечатления таких огромных не получили, как вы ожидали. Какую красоту я видела на своей плашке. Счастливый я тоже. Всем доброе утро, мои дорогие друзья. Дети играют специальные такие карты. Кто-то там написал, уберите карты. Это специальные игровые карты, друзья мои. Дети должны в чем-то развиваться. Развивательные карты. Эти двойки там. Особые у них. Такая. Накормила я их утром.
И вот сейчас расчесывать буду. Нахватывайся. Как она говорит? Вчера я одела сережки. Покажи сережки твои. Я как женщина. Это моя внучечка. Мои любимые мальчики. Мальчик какой подстригся у нас. Красивый. Ашками его повел вчера. Пойду Ашки накормить. А тут ключи возьму. Посмотрите, Дэми, какой красавчик. А я как будто некрасивая. Смотрите. Смотрите, какой красавчик, а Ирмочка. Я могу так включить даже Я самая красивая, чем Мариет. Все, сейчас я их отправляю к Ашке, мы буду готовиться. Мы идем по делам, потом объясню. Как красиво вы с Ашкой вам все в Адидас. Мари нет, потом Мари сделаем. Завтра все сделаем. Идем. Выписали лекарства нам, чтобы были в запасе. Такой ужин я приготовила себе лично. Кабачок, болгарский перец, баклажан, много помидор. Вы знаете, что я еще положила сюда? Портулак. Мне свекровь вчера передала очень много портулака. Это семизоты по-турецки. И я решила его сейчас опустить в уксусную воду. Затем промою, поставлю в холодильник. А сама себе приготовила салатик. Вот у меня бурачок. Покушаю. Муж пошел праздновать с друзьями мое гражданство, которое мы сегодня получили, которое я получила. А мы ходили сегодня и сделали очень большое дело. Скоро у меня будет кимлик, мои дорогие. Мы, значит, ходили в Нуфус Мудюрлю и заплатили деньги. Я заново сфотографировалась. Мы взяли рандеву. У меня уже номер паспорта есть. Забрали мою отурну из НИ. И сказали, в течение недели ждите кимлик по почте. Ура, ура, ура. Так что принимаю поздравления от вас, мои дорогие зрители. Такое чувство уверенности какой-то появилось. Я гражданка Турции. Находимся мы в больнице. Ждем консультацию кардиолога. Маришку привели. Консультация кардиолога стоит 560 лир только. Остальное посмотрим, что нам здесь предстоит. Да, друзья, наши дела закончились уже начало 5-го, но зато мы проверили мою внучечку Мари с Ашкымом. Сделали кардиограмму, эхоскопию. Двух врачей обошли. Все, моей внучке хорошо, она может быть активной. Раньше у нее был такой диагноз, утончение сердечной перегородки там какой-то. И 2 года контролировали там, сейчас вот здесь. И вот, слава богу, моей девочке все можно. А то я ее за нее очень переиспугалась, когда она сказала, сердце болит. Так что мы едем домой, ура, ура, у нас праздник. Да, обошлось это денежку, но... Слава богу, нашли такой... Слава богу, все позади. А то, что... На край света. Вот такой большой больницы. Приехали мы 12:30, пока прошли одного доктора, а там уже все перерыв, ждали 1.5 часа. Ну, слава богу, что все сделали. Я так спокойно сейчас стала. Ага. Моя внучечка здоровая девочка. Слава богу. Папа, спасибо теперь богу. Теперь даже могу и футбол играть. Футбол ее мечта. Я на ушах меня. Стоять. Я знаю, это бутсы футбольные и костюм футбольный на сегодняшний день. Вот это подарок. И дома мы так много чего купили, вы не представляете. Я сейчас все положу на столе и вам покажу, что мы купили, а не я.
Я не снимаю себя. Вот что мы купили. В первую очередь мы купили экмек. А ну хлеб. Один сели, три осталось. Так, говорят. Тоже мы это шкаф. Сейчас придем. Короче. Тридцать яйцов. Или сколько тут бабуль? Тридцать яиц. Яиц. Нет, лучше свет. Это что такое у нас? Свет. Это шоколадное масло. Макароны. Это, бабу, что такое? Пакеты для мусора. А, пакеты для мусора. И стикеры. Или как называется? Пластер. Пластеры. Для ран. Да. Для мозгов. Это ложим вот сюда. Третий пакет. То есть пакет. Мороженое. Это у нас вот такое мороженое. Ну как же нужно быть мороженое? Положим сюда. Несквик. Несквик, какао. О! Салфетки. Салфетки. Аморы. Потом идет макароны. А потом... Демиш, если что я положу, ты возле этой камеры положи, ладно? Туда? Вот это вот мы двое купили. И булки это. А во что это? Это для хот-дога. Мы будем кушать. Булки это для хот-дога. Это хот-дог, значит... Булки это сладкое, это хлеб для хот-дога. А, это хлеб для хот-дога. Ты не ложишь. Это у нас две вот таких пачки колбасы. Где они две? Подожди, еще раз. И третья, это вот такая у нас идет очень много штуковин. Теперь и макароны. Колбаса. Барабанный дробь. Также без такого макарона. Длинные макароны. Мы должны это кушать. Да, вы напишите, почему мы купили два макарона. Бабуля вот такой захотела, а я вот такой длинный. И бабуля тоже захотела длинный. Тима, это же если что, вот этот телефон можно доступно положить. Самый тяжелый предмет это арбуз. Карбуз. Карбуз. Не как по-турецки. Карбуз. 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 Алло. О, что ты сказал? И нет, это ничего не все. Во. Это мы вчера купили. Ладно, всем пока! Всем пока, пакишку!